Всем привет, вы на канале Мама Я. Сегодня у нас битва с моим подписчиком. В общем-то, мы сегодня будем сражаться, кстати. У него сегодня день рождения, можете поздравить его в комментариях. Мне и ему будет очень интересно почитать. В общем-то, будем сражаться. Мы сегодня в пару режимах узнаем, кто же из нас лучше, играет в Roblox, в общем. Вот, первый это у нас Тойер в Миссере. На випке, чтоб не отвлекали лишние люди. Ну так, давайте. Кто первый доходит? Кто первый идет, выиграет. 3, 2, 1, 0. Все, пошли. О, не знаю, кто выиграет. Вы напишите даже в комментариях свои ставки. Кто же все-таки выиграет, я или подписчик? Ну, а я пока умираю, мой подписчик тоже. И у меня есть какие-то небольшие шансы, потому что если мой подписчик дальше прошел, у меня уменьшились шансы, теперь у меня, кстати, еще больше. Потому что он упал, ну ничего. Я опять умер. Как это вообще про... понял. Я теперь понял, как это проходить. Мой подписчик случайно спрыгивает. Жесткая заруба. Давайте вот так. Смотрим, когда он появляется. Теперь так. Вот все, вот проходим. Я понял, как это проходить. Ой, это тоже. Тут надо просто прыгать. В принципе, не очень-то сложная задача. Вот, мы доходим. Нас подписчик покажет на старте. Но играем мы в 3 режима. Да, в 3. Потом узнаем, какие. Вы потом узнаете, какие. Но я умираю! Это фатальная ошибка. Потому что времени мало. Если никто не дойдет, как наверное, будет ничья. Но такого не будет. Я или подписчик обязательно. Кто-нибудь из нас зайдет. И я опять умер. Знаете, бонусов я не буду никаких покупать. И подписчик, чтобы было все это сложнее, как бы. Точнее, вот так вот. Поэтому... Ой. Опять я умер. Ладно, кстати, у меня появилась идея, как обмануть вот эту вот штучку. Надо просто прыгнуть в нужное время, и вот. И все. А тем временем у нас осталось минутка, что пройти. Мой подписчик что делает невозможное. И доходит до середины, это что-то... Очень сложно. Он упал, он разбился. О нет. Жалко его. Но я выиграю, наверное, сейчас. Главное не на карте. Как это обычно у меня происходит. Стрелочки, их тяжело на самом деле проходить. Не знаю, как смотрится на ролике, наверное, легко. Типа, как ты умираешь, это вообще изи, но на деле, не знаю, может быть какой-то супер паркур про, но мне, я играю достаточно много в Tower of Hell. Я опять умер. У нас осталось 15 секунд. Что делать? Что делать? Ладно, знаете, давайте я все-таки отдам балл подписчику. Да, как? Пока что. Вот. 1-0, но у меня есть еще шанс сыграться. Играем мы в 3 режима. В общем, мы теперь в Epic Mini Games. Вот. Играем. До 3 побед. В общем, вот так. Это... В Epic Mini Games мы играем до 3 побед, потом кто-то получает из нас баллы, потом финальную 3 игру, и мы узнаем, кто все-таки выиграет. Вот так, ну сейчас я просто обязан камбэчить. Нет, я случайно профукал патрон, случайно прям. Фух. Надо еще раз стрелять туда. О нет, еще один это. Отлично.
Он не может попасть. Пока что это отлично. Как я тоже. Я тоже не могу попасть, кстати, не знаю почему. Он мне уже эту парочку срубил до башен. Это страшно. Не знаю. Попробуем вот тут вот пульнуть. Может, да. Что-то и взорвется. Отлично. Отлично. Он, кажется, тоже понял, как надо уничтожать башни. Это не точно. Это плохо. Вот давайте сначала сюда куда-нибудь. Не знаю, как это. У всех вышло время. Охота на кристалл. Ой. Давайте тут это. Кто первый найдет, тот выиграет. Тут на самом деле на удачу, честно. Ну, давайте вот вместе с ним. Мы должны понять, где кристалл спавнится, и найти, и собрать его. Так, вот там кристалл, кристалл. Быстрее. У нас мало времени. Я должен успеть. Нет, нет, нет. Отлично. Нет. Вот, фух. Отлично. 1-0. Вот как бы. Я позвонил в камбэч, но и теперь я камбэчу жестко. Не знаю, кто выиграет. Но пока должен быть 1-1, потом 2-1. Пользуюсь подписчика. Я пока не знаю, и вы тоже, поэтому опять же пишите в комменты, если вы еще не написали ставки, кто из нас выиграет. Но пока мой подписчик ищет еще один кристалл. И, кстати, его а вот он сзади. Да, походу он его не нашел. Ну ладно, у него все равно нет времени, и я это выиграл. Опускается. Нет. Не надо. Мы опять выжили. Нет. Одна капсула. Одна капсула. Моя. Нет. У меня есть шанс выжить. Не знаю, есть ли он. Нет. Повезло, повезло. Однозначно. Финалочка. Давайте так, если 2-1. Ну да, вот. Финалочка. Получается, играем до 2 очков. Вот так, вот так вот. Интересно, какой это режим будет? На удачу, на сражение? Вообще, что это будет? Мне интересно, реально? Подписчик Ашета. Back 4 Dash, это... Мне такая, нужно думать, как бы это, много чего надо делать. Давайте подарим ему подписчику на день рождения, все-таки у него. Обязательно поздравьте его в комментариях. Вот так вот. Это вообще-то, как бы, видос с ним на его день рождения, вот так вот. Смотрите, нам надо дойти до конца. Вот так вот. Планочка уже поломалась. И я, наверное, выиграю его тут. Или нет. Ну, не знаю. Ой, ну ладно. В принципе, ничего страшного, я тоже могу. Наляпить сначала легко, а потом начинается все вот это вот сложное. Ну, пока что не знаю, кстати, даже кто выигрывает. Лазер, как он выжил, не знаю. Вот так. Еще паркурим. Все, уже планочек нигде нет. Это что вообще? Не везение. Вот объясните, как вот отсюда добраться. Мне хотя есть идея. Нет. У нас 27 секунд, я не знаю.
что? Нет, цунами, это нереально. Настолько все усложнилось, что это просто безумие. Даже этот динозаврик Гугл легче, чем это. Хотя нет, наверное, динозаврик Гугл сложнее. И я победил. 1-1. Следующая игра. Финальная. Оп. Ну вот и финальная третья игра. Вот. Это Дженга. Надо всего лишь побеждать, когда кто-то нас будет дестроером. И вот так. Ну а я вас томить не буду и сразу перемотну к тому моменту. В общем так, кто быстрее, как бы уничтожит, тот выиграет. По секунду я буду считать, сейчас надо выбрать нам нужный предмет. Хамбургер. Вот, ган. И не то, все. Знаю теперь, Арен. Спит, это не важно, вот все. Теперь. Пускаем. Значит, 0-1-17 было. Все, буду от этого времени отталкиваться. За сколько это? Кто быстрее, тот выиграет. Кто-то... Все, почти уничтожил двоих. Теперь надо третьего как-то добить. А время-то идет. В этом проблема. Отлично, он упал, и я выиграл. 0-1-17. В общем, сейчас 0-1-40. 4 было. В общем, от этого времени я буду отталкиваться. Теперь мой подписчик дестроер, надо будет выживать от него может дольше, чтобы выиграть. Это финалочка. Но вот так давайте запомним, когда он появится время. И вот так на временную запись. Вот так. Да, я потом выведу на экран. Не экран, а озвучку. Сейчас вообще 4 часа ночи. И а у меня 10 часов ночи. Вот так. Так, 02:32. Вот так. Отделим. По максимуму. Выживать. Нет, 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 живем. Живи, 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 живи. Я упал. Вот. Наши люди. Вот. Пока что надо. Нет, живите. 0258. В общем, все. Теперь скажу, кто выиграл. В общем-то, выиграл, оказывается, я. Я посмотрел на повторе, я за 24 секунды всех уничтожил, а он за 27. Вот как он проиграл на 3 секунды, но давайте так судить. Как бы, сколько участников было у него и у меня. Для этого что нам надо? Посмотреть цифру на видео. Сейчас скажу, сколько у меня было у него. Значит, у него было 4 и у меня 4. Получается, у всех были шансы ровные. Да, получается. И он, честно, как бы проиграл на 3 секунды. Ну, давайте так все-таки сделаем. У него день рождения, как бы, никому это не говорите. Да. Вот это наш с вами секрет. Как он всего на 3 секунды проиграл. Но у него день рождения, и он еще, как бы это... 4 утра у него, так что давайте, как бы это... Наш с вами будет ему подарок. Я посмотрел, давайте вот так напишем. Было немного нечестно. У тебя были сложнее условия. Поэтому ты выиграл. В этом ролике. Вот так.
Давайте, только никому. Вот так вот. Ну, а с вами был мама, я и мой подписчик. Всем спасибо за просмотр и всем пока.